иногда в действиях наших украинских соседей здравый смысл и забота о собственных гражданах становятся заложником русофобской линии, делаются заявления о том, что необходимо разорвать дипломатические отношения, без всякой заботы о том, о тех сотнях тысяч и миллионов украинцев, которые работают на территории России, делаются заявления о выходе из СНГ. Ну, если захотел, то выйди, пожалуйста. Но если уж все, что происходит в отношении той или иной ситуации, в которой задействована Россия, делается через антироссийскую, русофобскую призму, мы здесь тоже ничего поделать не можем. Мы будем заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать со всеми странами, которые создавали Содружество независимых государств, потому что от конструктивного взаимодействия напрямую зависит решение многочисленных проблем, многочисленных вопросов, касающихся жизни и деятельности наших граждан.